Всем привет, с вами канал Art Money. Помните, в прошлый раз я говорила, что видела от здания, то есть видите, зеркальное здание такое со стеклами, лучи, вот они эти лучи, видите? То есть у нас солнышко получается за вот этим вот домом, да, вот за этим домом находится у нас солнышко, оно попадает на зеркальное здание, чуть-чуть вот там видно, видите, верхний кусочек. И отражается, соответственно, зеркало у нас в виде лучей вот здесь. Смотрите, как это классно. Так офигенно смотрится, правда. Просто офигенно. Представляете, если бы здесь стоял дом с большим таким, с окнами, большими, ну, как бывает, да? Квартира, например, у кого-то, там до пола, допустим, первый этаж, да, до пола стекла, и в квартире бы вот эти вот лучики отражались. То есть, получается, у человека теневая сторона, но при этом есть солнышко. Это круто, это здорово. Смотрите, как это необычно смотрится. Конечно, людям не попадает, по всей видимости, это... Хотя, ну тут деревья еще сгораживают. Наверху вон там лучики есть. Если бы так, наверное, был туман, мне кажется, эти лучики было бы даже, может быть, видно вот здесь вот. Очень красиво смотрится. Такое офигенное место. Мне кажется, это место никто здесь даже и не заметил. Кроме канала Art Money. Здесь с собаками в основном гуляют. Там вот, кстати, очень красиво. Очень-очень. Через камеру вот я смотрю, что-то особо не вижу красоты. Но если подмонтировать немножечко, то будет вполне видно. Ну, тут мне прям очень нравится. А представляете, если бы там было, например, поле. Деревьев не было, а было поле. Зеленое, с цветами. Вот эти лучики проходящие, как вот тут, например. Вот здесь, смотрите, вот он прям лучик. Лучик. И вот оно. То, откуда отражается. Так классно. Такие прям лучи, смотрите, офигенные. Ни за что бы не подумали вообще, что так может быть. То, что это находится прямо рядом с нами. Где-нибудь вот в поле было бы красиво. В пшеничках так вот. И зеркало какое-нибудь отражающее. Ну, не дом, конечно, такое, а можно зеркало, например. Да? Вот тут очень классно. И прям получал вон. Проходишь. Городская суета сразу. Ой, слышно. Вот они, в принципе, все. Ну и все. Все заканчивается. Все. Наступила концовка. Мокрая какая-то она. Вчера была такая сухая зеленушка. Хорошая. О, запах сразу поднялся. А, теперь тут. Наш парк. Там уже каштан, смотрите, какой желтый. Я уже сюда приходила собирать корочки каштана. Но они у меня высохли неправильно. Короче, мне приходится прийти. Ой. Снова. Ай. Она уже колючая. Она уже как ежик стала. О, какое оно желтое. Смотрите, какое оно прям желтое-прижелтое такое. Жалко, что я сейчас не домой иду. Я бы сейчас это каштаны себе прям цветов этих набрала бы и букет поставила. Ну, хотя они будут стоять, наверное, высушатся сразу. Очень не так уж прям долго. Блин, они уже не свежие. Вымочить ее просто и срезать верхний слой. А, вот такие вот мне надо. Во. Она, кстати, голенькая, это, видимо, недозрелая. Или вот.
Их чуть-чуть обработать надо. И немножко их они достигают какой остроты. Как будто прямо какой-то грецкий орех. Правда. Сейчас меня где-нибудь опять милиция поймает. Скажет: девушка, что вы тут делаете? Так, где-то я видела листочек низко. А вот, смотрите. Опа. Вот таких, представляете, набрать целый букет. Огромный-преогромный букет. Классно было бы. Уж такие длинные. И поставить. Офигенно. Нафоткаться. Надо было вчера мою знакомую сюда приглашать. Вот тут, кстати, много лежит. Тут ощущение, как будто ее чистили прям. А вот тут, кстати, еще барбарис. Висит, я же хотела его набрать. Блин, я забыла совсем. Надо бы в следующий выходной набрать. Солнышко. Какая красота, смотрите. Ручки, солнышко. Как тут красиво, обалдеть. Листочки прям золотые. А птицы поют вдалеке, как будто весна наступила. Слышно, не знаю вам. Денек такой теплый. Хотя, кстати, сегодня у нас 10 октября. Представляете, 10 октября, все тепло. Уже сентябрь даже закончится. Хотя этот ролик неизвестно, когда выйдет. Но без обид, правда, не успеваю. Роликов много, монтировать не успеваю. Сейчас мы с вами птичку послушаем. Тут они тоже. Городской шум все равно мешает. Thank you.
Какая рябиночка, смотрите. А вот тут сколько у нее ягод. Вообще в этом году как она плодоносит. Мне кажется, кстати, в прошлом году тоже мы ее снимали. Было много. А может и нет, может мне кажется. Это вот красная, вся красная. А тут зелененькая, желтенькая. И много-много ягод. Очень-очень много. И зеленые листочки, и желтые. Красивая какая она. Рябинки всегда такие. Очень насыщенные, красивые.